Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника Коровиной. Раздел «Устное народное творчество». Рубрика «Русские народные сказки». Продолжаем знакомство с фольклором. Первый вопрос. Рассмотрите иллюстрации, прочитайте отрывки из сказок. Назовите эти сказки. Подготовьте пересказ одной из них на выбор. Итак, давайте внимательно рассмотрим иллюстрации и определим, что это за сказки. Первое – это «Морозко», второе – «Петушок, золотой гребешок», третье – «Гуси-лебеди» и четвертое – «По щучьему велению». Теперь подготовим пересказ одной из них на выбор. Краткий пересказ сказки «Гуси-лебеди». Родители ушли работать и оставили сестру заботиться о младшем брате. Сестра не уследила, и брата похитили гуси-лебеди. Сестра бросилась их догонять, просила помощи у яблони, печки и речки, но не получила от них подсказок, так как не хотела кушать яблочко, пирожок, кисель. Брат нашелся у бабы-яги, а сестра на обратном пути уважительно отнеслась к яблони, печке и речке и за это получила от них помощь и спасение. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!